«Будь собой, прочие роли уже заняты». Так говорил Оскар Уайльд. Быть собой – это способность человека ощущать себя привычно, легко, без внутреннего морального напряжения. А позволить себе самовыражаться – основная задача, которую человек может поставить для улучшения своей самооценки. А далее Дарья Чеканина спросила у жителей Караганды, что означает «быть собой» и как этому научиться. Смотрим. Быть энергичным, быть здоровым, стараться быть здоровым, общаться с окружающим миром, желать им добра, благополучия, быть очень добрым и иметь хорошие отношения к окружающим людям. Должен быть человечным. Для меня это самое главное качество. Быть индивидуальным, не такой, как все, делать все, что хочется тебе, твоей душе. Ходить от того, что не нравится, и быть там, где тебе хорошо. Я люблю выражать своей внешности именно то, что у меня внутри. Человечность в основном отличает меня. Давайте будет искренность. Доброта и благожелательность, я думаю, это основная моя черта. Хоть кому-то это не нравится, но надо быть честным всегда. Всегда за правду. Я музыкант. Я люблю делать людям добро, помогать. Особенно бедным, у кого не получается что-то помогать. Молодым сейчас помогать. Дорогу молодым открывать. Быстро верю к людям. Доверчивый, да. Я очень творческий человек. Наверное, только если это от других меня отличает. Нет, никогда. В любом случае, даже если мне будет хуже. Это было тогда, когда я поломал ногу. И я год не выходил из дома, потому что не мог заниматься спортом. У меня, в принципе, не было желания чем-то заниматься. Ни работать, ни музыкой, ни спортом. Сейчас, слава богу, все нормально. Было такое у меня. Один раз, когда разводился. Когда у меня племянник заболел, я тогда себя теряла. Не знала, что мне делать, как мне быть. 3 года назад, наверное, просто не знала, чем мне заниматься. То есть у меня была стабильная работа, у меня был молодой человек, муж, можно сказать даже. И случился такой момент, что я выгорела просто. Я не хотела работать на этой работе. Мне казалось, что я не люблю своего любимого человека. И я не знала вообще, как мне жить, что делать, как продолжать дальше свой путь в этой жизни. Но вы справились? Что помогло вам с этим? Конечно, я справилась. Отдохнуть надо было просто очень хорошо. И все. Быть самим собой в любых. Отвечать четко на вопросы, иметь свое мнение на все обстоятельства. Не подстраиваться ни под кого. Такие люди, по-моему, больше нравятся, когда у них свое мнение на все есть и так далее. Быть самим собой лучше. Притворяться я не могу. Это не мой стиль. Тебя полюбят за твое притворство, но потом в какой-то все равно момент ты покажешь свое лицо и смысл такой любви, я не понимаю. Нет, лучше быть самим собой.